Привет, я Катя, я окончила бакалавриат британки. Сейчас я креативный директор видеобрендинг, дизайнер и художница, и приглашаю вас на свою плакатную мастерскую в британке. Мы будем заниматься экспериментальным плакатом, попробуем с вами разные креативные техники, посмотрим на плакат как на сущность между дизайном и искусством. Будем с вами заниматься супер разными вещами, попробуем перевести свои чувства в графику, попробуем посмотреть на объекты с неожиданных сторон, да и в целом будем с вами заниматься всякими интересностями. Плакат, на мой взгляд, это самая свободная форма, самая близкая к искусству из сферы дизайна. Мне кажется, что плакат — это очень классный медиум для осмысления каких-то своих личных переживаний, для тренировки каких-то хард-скиллов типа типографики или графики. Классный способ узнать себя немножко лучше, поэкспериментировать с разными техниками. Я лично начала делать плакаты в 2020 году во время зимних каникул. Я решила устроить себе челлендж, потратить 10 тысяч часов на плакаты. Вот, и челлендж мой немножко провалился, но плакаты я продолжила делать до сих пор, и это стало такой немного дизайн-терапией, что ли. Вот, и мы с вами попробуем позаниматься примерно тем же самым на курсе. У нас с вами будет 5 разных подходов к плакату, максимально креативными, экспериментальными способами, и в итоге мы с вами придем к нашей собственной персональной британской выставке, которую проведем здесь, полюбуемся нашей работой, посмотрим на них в большом распечатанном формате, вот, и почувствуем себя настоящими плакатистами. В мастерской у нас будут не только крафтовые техники, но и постобработка в диджитал. Будем пробовать разные диджитал-приемы, которые я использую в своих работах. Попробуем немного поработать с типографикой, попробуем поработать с экспериментальной инфографикой. В общем, крафт будет у нас с вами миксоваться с диджиталом и наоборот. Мы с вами не будем изучать правила построения типографики, композиции, колористики, но попробуем обозначить формирование визуального языка для каждого человека, попробуем перенести свою личность и свой характер в графику и поэкспериментируем с разными техниками и собственными ощущениями в визуальном пространстве. Плакаты из мастерской будут полезны, чтобы разбавить портфолио, освежить его, чтобы классно замиксовать корпоративные работы вместе с экспериментальными. Будет интересно ребятам, которые хотят немного расширить креативные рамки и освежить творческое мышление. В целом курс может подойти как начинающим графическим дизайнерам, так и не графическим дизайнерам в целом, а просто ребятам, которые увлекаются визуальным языком и дизайном в любой сфере. С 2020 года я поучаствовала в огромном количестве международных и наших российских выставок. Можно посмотреть некоторые мои работы на страничке курса. И вообще, в целом, плакатные фестивали, плакатная графика — это очень классный способ найти ребят, которые занимаются тем же, заявить о себе, чтобы о тебе узнали в дизайн-сообществе, да и вообще просто походить по таким мероприятиям, посмотреть, как они выглядят, насладиться этим визуальным шумом. И каждый плакат — это такое небольшое высказывание. Вот. Мои плакаты можно встретить на фестивале «Типомания», на «Пчеле золотой», в различных фестивалях в разных странах, например, в США, в Китае, в Германии, в много где, короче говоря. Примерно так мы с вами будем творить. Начинаем 12 февраля. Жду вас!